Нависшее веко у нас часто формируется из-за того, что наполняется жидкостью наш подкожно-жировой слой. Здесь очень часто мышцы спазмированы, связки ослаблены, и поэтому набухший подкожно-жировой слой над верхним веком начинает опускаться вниз из-за того, что связки ослаблены и не справляются. Поэтому, работая с подкожно-жировой клетчаткой, мы убираем отечность и поднимаем наше нависшее веко. Как мы это делаем? Одной рукой слегка приподнимаем бровь и начинаем пальчиками по орбитальной кости разминать все ткани, работая с подкожно-жировым слоем. То есть мы делаем такое продавливающее движение по орбитальной кости. Не нужно заходить на подвижное веко. Разминаем только под бровью по косточке. Делаем 5 таких проходок. Продавливаем. Прям хорошо продавливаем всю верхнюю часть под бровью. Повторяем также с другой стороны, а затем берем крем свой любимый. Немного берем крема, наносим на верхнее веко. И начинаем уводить еще лишнюю жидкость. Также по орбитальной кости, продавливая, уводим жидкость в сторону.